А почему за ним такой след? Сырой соломой заправили. А хочешь, я твое имя над всем городом вот такой белой ниткой вышью? Не знаю. А кто же знает? Задача Виктора у нас простая, как в учебнике. Из пункта А надо проехать любой дорогой в пункт Б и вернуться обратно, по возможности, живым. Слушай дальше. Это называется штурманская карта. На ней мы отметили все повороты, все спуски, все места, где нет асфальта. Ехать можно, я говорил тебе уже, любой дорогой. Я выбрал вот эту. Нравится? Ведь это ж не дорога, это верблюжья тропа. Правильно. Но она короче, чем этот длинный объезд. А? Понимаешь, Этар, по этой дороге, в общем, нормальный человек не поедет. За машину ты ручаешься? Конечно, ручаюсь, я же ее сам собираю. А я тебе ручаюсь, что перед тобой нормальный человек. Что с Зыбиным? Почему исчезают наши группы разведчиков? Что, наконец, в этом чертовом лесу? Кто мне ответит? Значит, ваши группы плохо подготовлены. Непрофессионально работаете, товарищ полковник. Тогда я пойду сам, подберу людей и пойду. Сегодня ночью. Николай. Вот директива фронта. Мы должны наступать... Именно через глухой лес. Понимаешь ты это? Выйти на 17 километров в тыл, соединиться с левым соседом. Для этого нам дают 21-й стрелковый полк, саперный батальон. Вот-вот должен прийти приказ о наступлении. А как мы можем наступать, когда мы не знаем, что у нас делается под носом? Надо... пройти туда. Обычным путем туда не пройдешь. Ну, надо что-нибудь придумать. Обхитрить надо. А как же? Даю тебе срок 3 дня. Но это последние 3 дня. Разрешите идти? Иди.